Стримлю вроде бы здесь, если пропаду, ищите здесь, а тут можно поделиться деньгами. А что тут надо? Так, а с чего? С чего лучше играть в эту игру, интересно? Даже тела у нас нет. Красивый блебик. Блоб. У нас есть дабл джамп. Я пока с геймпада, если что. Нажмите А для прыжка в воздухе, можно прыгнуть еще раз. Липкие стены. За липкие стены можно зацепиться и даже отскочить от них. The circle around you is your halo. As long as you have it, bodies are unlimited. And if you jump on a spike, your body will just come back. Then you can walk on dropped tombstones and even stick to them. Now pave your way up to the top. Забавно. А почему это резкается? Они не многоразовые, точнее, да? Игра мега крутая. Так на ее демке кайфовал люто, да? Each body has a voice, and each one can change the world. Try to sing to open that door. Б. Поет прикольно. Ой, блядь. Пока что мне нравится. Такая фанни козья игрушечка. This world is filled with tricks and traps. But other bodies have powerful abilities. У каждого тела свои способности, да? Can deal with anything standing in its way. Find a way to open that locked door on your own for the very last time. Это было проще, чем я думал. Но с геймпада вроде супер удобно. Exit through the portal when you are ready. On the other side. You might meet new prisoners of the zoo, just like you. Люблю сочетание пиксельной графики с такими эффектами. Отключение комнате. Какой комнате? You'll have to cooperate with others to keep your body in the zoo. Your halo will protect and bring your body back over and over. But it will shrink when you're alone. A few seconds and it pops. And if it does, you won't get another one until the next portal. Now work with others and earn your first karma hearts. Off you go! Привет, Джо, я робот. Иди за мной и не отставай, если хочешь выжить. Пощекочи, если хочешь. Ой. Давай, робот. Мне нужен вот этот робот. Пойдем, пойдем. Какая классная, милая, козья игра. Небольшие вайбики этого есть. Как называется. Окей, открою тебе дверь, давай. Сердце кармы дал. Вайбики туди-туб, где небольшие есть. Музыка кайф, да. А если бы не спел, то провалился бы, да? Ты, милаха, держи еще одно сердце кармы. А что сердце кармы дает в итоге?
И открой мне путь к голосовому колесу, только береги наши ореолы. Блин, это платформер головоломка, нам пиздец. Сегодня кооперативу пиздец. Ты быстро осваиваешься. Еще немного и сможешь общаться с другими обитателями зоопарка. В твоей группе уже есть робот. Ой, робот исчез. А что за чуб синий? Это не я. Конец петли. Петля завершится, когда последний орел вашей команды лопнет, так что не расходитесь далеко. Этот миг умиротворяет, спасибо, что разделяешь его со мной. Давай, не краем. Это просто посвящение, да, кто есть? The World. Идем с The World. Чё The World? Скажешь. Дальше пойдем, нет? Пойдем The World. Вместе не лопнем. Тут есть пиздец уровень тише. Верю. This is your sanctuary. Home to your bodies, abilities, and progression. Some say that if you possess every statue in here, you will be free. But no one has succeeded yet. There are certainly many secrets to be found. We keep looping to find them all. Так. Что это? Now let's put your heart to good use. Reach the Karmakis statue. Я обучение допрохожу. And possess it. Нет. Я читаю, что тут. Да, алло. Может быть, за ширмой. Да-да. Да-да. Вы кто такие? Я вас не звал. Весь огромный мир вместе собирает сердца кармы, сообща продвигайтесь по пропуску кармы, чтобы открыть статую святилища, игры, режимы тотем и другие диковинки. Посетите наш сайт, чтобы узнать больше о наградах. Да, бля, прикольная игра какая-то, мне уже нравится. Да, такая. Мы там втроем бегали в туториале. Да-да-да-да. В смысле, вы все вместе бегали? Да-да-да-да. Как? А ну, просто, здесь короче... все, кто туториал проходит, все в одно лобби пробуют. Да. А, я с каким-то синим блёбиком в The World бегал. Спейс, ты сейчас где? Я в хабе. Направо вверх поднимись, где этот... Где цветочный горшок. Че? Мне нужно твое экспертное мнение. Баг или секретка, или фича? Ебать, тут статуи открывать. Ну, это может быть как в этом... как его, боже мой? Реально запрыгнуть можно. В Dead Cells в самом начале? Может быть. Я вот думаю, насколько это секреты. Бля, прикольно. Крутая игруха, да? Там слева, кстати, тоже что-то есть. Какой-то проход. А мы можем в один хаб попасть или нет? Нет, это у каждого свой. Хаб нет, создавайте в лобби. Да, давайте в лобби. А как создать? Ну там внизу, когда ходишь в ворота. Давайте я создам. Давай. Давай. Создать лобби, войти в петлю, локальная игра. Я думаю, нам нужно войти в петлю. Да. Я зашел, поэтому я не создал. Бля, тут на название карт разная озвучка. Круто. Ага, и причем прикольная озвучка. Да, очень крутая. Ты так все создал лобби, сейчас инвайт там. А там вроде код должен быть. Да. Бля, крутая игра. Озвучка угарная. Ой, ё-моё, мы уже в игре? Мы в лобби, да. Прыгай, Лена. Давай, окей. Что это за арбузы? Еще куда одну. Я ушел? Кисами, давай. Опа, вау! Можно в портал, все, дальше, портал, по дальше. Заходите в портал, да. Заходите в портал. Пойдем, да, пойдем. Надо. А где Тиш? Не хотел надо дождаться? Я с вами. Он тут уже. Я же в портале. А, я его не вижу в игре. Карточки. Пора играть. Выбирать бонусы. Кристо он пошел. Сердце кармы, тройной поцелуй кармы. Дополнительные бонусы за фрукты не зря собирали. А, мы голосуем? Следующие бонусы так себе. Дополнительная жизнь. Дополнительная жизнь. Или липкий поцелуй карму. Год тройной поцелуй. Ладно. Ну, уже поздно. Я ни за что не проголосовал. Давайте дополнительная жизнь, так как мы звоним, например, за секунду 4, скорее всего. Пойдемте назад. Кому сердечко? А. Мне. Понятно. А я не знаю, кто это, мне не посвящится ники. Так да включи их. А как? А мне что-то на шифт не отправляют сердечко. В настройках, там, игровой процесс, включить некий игрок. А когда прыгнуть? Тогда поставьте кого-нибудь рядом со мной. Так, настройки. Тут не допрыгнуть, ребят. А тут нет настроек. Надо как-то...
Тут, может, идем какой-то другой верст туда нужен? Типа, я умираю, я умираю. Держи. Погнали. У нас время, у нас 30 секунд всего на карте. Если надо, как можно... А, ё-моё, да, у нас 5 минут реально всего. Бегом. Я нихуя пока не понимаю. Держи, просто сердечки выкидывает. Слева. Кто-то сверху должен пойти. Проходите через низ кто-то тоже. Пошли через низ. Надо, чтобы кто-то открыл. Открывайте нам. Изи. Я вам открывала. Давайте. Гуд. А зачем еда вот эта собирается? Очки какие-то дает. Вот все самое. Гениальная командная работа. Тут умирать придется. Не, нормально. Придется. Тут время койота бешеное. Там ключик. Но как его? Как сломать? А вон. Я за ключом. Смотрите, я за ключом. Я за ключом. Моё. Блин, на веревочке там найдёт. Я расхуярил кого-то. Наверху. Ты меня убил. Пошли. Вот тебе сердечко. Взаимный поцелуй. Отправьте поцелуй карму другому игроку, получите от него поцелуй. Жесть. Спасибо большое. Пожалуйста. Взаимный поцелуй меня свяжем, да. Вам фонаря не хватает, перс, который секретки видит. Я думаю, мы разблокируем все постепенно. Заходите. Пока что блебик через верх. Понял, иду. Ну, то есть я через верх. Да. Оп. Ой-ой. Ну, кстати, нормально. Ну, уверенно, да. Надо наверх тут кого-то еще отправить. Ой. Good. А как? На Б, да? На Б. Там еще ключ справа сверху, но мы его, видимо, не можем. Ай, блядь! О, раздавило. Это мстя? Ай. То есть это ловушка, мне кажется, дайте, убивать будет. Спасибо, дракон. Блин, да, ники включить без ников не прикольно. 150 секунд. Надо спитрать. Включай эскейп. Это игровой процесс. А у меня эскейп продолжить, либо вернуться в святилище. Ясно, нет настройки на гейм, да. А что там сверху? Бегом. Как же мне много сердечек. Ой, блин. Тише. Живи. Сейчас выглядит фрукты еще. Еще налево можно. Тут ключ нужен, а ключ был справа. У нас сверху, время кончается. Фигу. Блять. Прыгать вечно. Окей. Ладно, засосал и так. Засасывает, типа. Видимо, если ты мимо проходишь, тогда да. В смысле, а что там еще 120... А, ну еще уровни, там 120 секунд еще нам добавилось. Ноль эффекта приятной игры. Неожиданные голоса. Давайте неожиданные голоса, звучит хайпово. А мы не можем больше ни за что проголосовать. Мы можем ноль эффекта взять. Ну, ключи светятся в темноте, можно взять. А, окей, это типа пора, но нам дало 2 минуты, то есть мы... Это плохо, что мы все время... А, нет. Не, у нас 30 секунд, нормально. Окей. Она такая ля рогалик, да, типа? А что, справа может быть что-то еще? Давайте глянем. Мы можем разделиться по группкам? Да, можно на... Давайте, кто со мной налево? Пойдем, я ключи забрал. Алло. Что это такое? Давай вот тут встанем. О, у меня голос подсвечивается. Может, можно? Нет? Не работает? А тут персонаж другой нужен, тут подсвечивается. Ебать. Да, мы не все подсвечивали. Голос. А мы тут не можем больше ничего сделать. А я с ключом. Ключ. А, окей, давай. Здесь они смешно орут. О, ребят, секретку нашел. О, фига. Скинчиков не хватает. Я после забега сделаю так, чтобы ники отображались. Здорово, Рекфорд. Ключ заберите. Добрали. Это тоже ключ. Еще надо один. Вот этот средний надо поднять. Угу. Ага. Да, его там еще. Берите все по ключику. Ага. Пипец ключей. О, а тут много надо. А мы там справа не могли еще куда-то пойти? Там ягод светится. Да. Сейчас, подойдем. Кто там один? Там типа секретка. Пошли, Фиаш. Пошли. Останьте тут со мной. Да, тут секретка. Проходите. Жесть, тут фруктов. Давайте направо сначала. А тут ключ нужен. Оп. Какая супер штука. Супер штука. Проходи. Проходите. Ладно. Что это? До сердца. Ура! Все, проходите. Да, не забывайте контрол, пока даю сдать, он у вас не забирает. Пойдем. Просто уже сердечко даешь. Так, тут поет, да? Я пою тоже. Там еще через лево можно пройти. Ой!
Не падай. Давай, только. Давай, быстрее бегом. Слева тоже фрукты надо забрать. О, можно прилететь. Да кто улетел? Спасать надо. Надо быстро вниз. Собрать фрукты надо всем. Все забрали. Все забрали. Блять! Куда тебе? Блять, наверх. Обратно, обратно. Направо. Давайте я пою за власть. Я жив. А! Сейчас я буду здесь это кричать. О нет, сейчас взорвусь. Кричите, кричите. Пошли налево, 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 налево. А. Окей, я поднялся. Угар. Все, все, я тоже здесь. А тут слева ничего больше нет? Не-не-не, не, не иди туда, не, ты сейчас упадешь. Ну, ключик, блин, ключик надо, надо забрать. Его. А вон он, а как его сверху теперь? Сверху надо напрыгнуть на меня, видимо. Кто-нибудь прыгните на меня. Фу, бля. А я не знаю, видимо, только летать могу. Заберите второй ключ, вон справа. А, ты призрак? Да, да, да. Ну, он так второй ключ могу. Через ой. Центр можно взять. А вы что дохните? Хорош дохнуть! Второй ключ быстрее, давай! Окей. Круто. 100 секунд, ребята, поднажмем, поднажмем. Да, да, вам надо спидранить. А как? Надо сверху покричать. Сверху пропеть надо. Ой. Ой. Я пою, подпитали, подпитали. Я пою, так, я да, пою. Проходите, проходите. Блин, музыка приятная в игре. Петь не могу, призраки петь нельзя. А что ты можешь вообще сейчас сделать в этой форме? Я могу летать и обзор смотреть. Что О, обзор это неплохо. Портал у вас, там справа есть еще. Фрукт, фрукт справа. Фрукт. И можно спрыгнуть пройти. Вниз, но вы, я так понимаю, не спрыгнете так. По платформе. Это возвращение по карте забейте. Просто заходите в портал. Ну все, погнали. А что вы с ней успеете, типа, все? Прогрев я. Наверное, он рейсится сейчас, я думаю, он сейчас рейсится. Ну должен, наверное, да. А где моя проблема? Один фрукт не подняли. Больше времени один сек. Приглашенный барабанщик. Ай, блин. Чуть-чуть не хватило. Блин, комплименты святилища напарника. Ну все, выбирайте, за что хотите голосовать. Приглашенный барабанщик, интересно. Так она синяя, а тут фиолетовая, ребят. Но он приглашен. Ну, блин, ну барабанщик. Это приглашенный гость томатов будет сейчас. Ой, резнулся, малютка. Я вернулся, здрасте. А тут всего 5 карт получается, да, на этом? На петлю. Этапе? Глупи. Они, видимо, рандомятся каждый раз. Может, сейчас уже все разные. Сердца, сердца не забывайте. Давайте со мной кто-нибудь вправо. Пошли. Реально приглашенный барабанщик. Да, реально барабанщик. Хуярит. Он пока разминается. А чё, томаты опять потеряли, что ли? Ну, типа... Что это за херня? Ой-ой-ой, понял. Негативная какая-то. Какой-то... Да. Пойдём. Какой-то сложный уровень. Пойдём через верх. Тут ключи, там ключи, да. Причем до хрена ключей. Еще кто-то все забрали, все забрали, все забрали, нормально. Гуччи, Гуччи. А там еще один ключ был, не? Не-не-не. Всё, идём. Сержой, давай. Нормально, я иду. Проходи, иди. Нам нужно, что короче, такое? Просто один тайминг поймать, когда мы будем сердцами делиться. И чтобы все останавливались в этот момент. Блять! Испепелило. О, тут налево можно пройти. Заныкаться. Друзья! Друзья! А как забрать? Как забрать, взяли, как забрать там эти сверху? А тут просто прыгнем после этой штуки. Я забрал ключ. Я забрала. А как так высоко прыгнуть? Не знаю. Там еще, там еще ключи. Дабл джамп после платформы. А, дабл джамп можно прям делать, а не просто джамп. Да, да, да. Фильм «Одержимость», погнали. Я забрала еще один. А тут нет секретки? Бля, ну видимо нет. Ладно, я постараюсь, я пройду. Все хорошо. Страхуем. Нормально. Идем. Так, успехи. Мы ебем немного, нас ебут чуть сильнее. Прикольная игруха. А, тут цепляться надо. Прикольная игруха, честно говоря, прикольная. Нравится мне игруха. Подцепите меня. Еще. Все нормально, нормально. Ой, там ключ еще один возьми, у кого есть. Нужен красный. У меня нет слота. А там снизу вон нужен. Снизу можно скинуть. Ой, взорвало человечку. Забирайте опять ключ. Ключ. Делюсь сердечком. Поймал. Еще один ключ. А меня можете поймать? Нет. Поймите, тут еще поймать. Я поймал. Спасибо. Блять, все умерли, зато спасли. Реально? Не, умирал только все. Так, нормально. А там сверху ништяк. Ну бля. А как его забрать? А там персонаж. Там персонаж нужен, нет? Спасибо. Я, видимо, умирать. Ну бы.
Ну-ка, давайте его не спасать. Вот видно сразу, что правила не читал. Да-да-да, бан. Так ты тоже не читал? Окей, фул фрукты. О, смотрите, я кристалл какой-то взял. Блин, а как я зашел? Тащи его направо, давай направо. А, ну не успеем, ладно. Это тут. А. А я думал, его с собой в портал надо тащить. Не. Зато фрукты фул. Легендарочку откроем сейчас. Сердце кармы 50 штук, кстати, неплохо. Для начала, наверное. Все становятся кактусами, по-моему, это идеально. Случайные икота. Случайные икота, давайте вот это. Ну давайте, давайте. Это угар. Ну да, кактусы, конечно, тоже неплохо. Да, я буду за мету прогрессию голосовать. Ай. Случайные икота — это самая мета-прогрессия, нет? Что-то не подумал. Большое я сердце. Пройдите уровень петли, съев вместе с напарниками все фрукты. А мы до этого разу не делали это на первом этапе? Ой, а что за пузырьки? А, это Егота как раз? Вот тут Егота, видимо. А, она отбрасывает, отталкивает. Кому сердце? Помогите, да, помогите, всех, помогите! Всех вокруг. Трипл джам делаешь как будто. Да, кстати, можно реально трипл джам делать. А что делаем? А я умираю! Дракон! Что это? Окей, там направо нельзя. Там ничего нет. Живо-живо-живо. Да-да-да, там пусто. А почему у нас все стены стали липкими? Потому что мы взяли перк. А, там не только икота, блин. Да, ладно. Там же написано. Я надеюсь, что просто икота будет. А что такое? Выглядит страшно. Тут сейчас... Ух! Нормально. Это что такое? Тиш-тиш, там тайминг надо ждать, видимо. Да-да-да. Бля, сейчас икну, друзья. Понял. А как пройти? Да просто рандомно бежать надо. Может, эта штука, что типа надо... Нельзя двигаться? Да-да-да-да-да-да. Жесть, он умный. Стоим! Ну и чё, выигрывают? Бля, я пытался Лену спасти. Чё там, вы чё, игру? Игру Игра в кальмара, кальмара не смотрели, что ли? Блять, у нас икота при этом. Давай, дракон. Спейс! Друзья, ко мне кого-нибудь, спасибо. Стоим. Стоим. Жесть, умом. А где приглашенный барабанщик? Он чё, на один раунд всего? А, о, всё. Мы стоим, мы выключили. Спасибо. Красивое дерево. Сердечко кто-нибудь хочет? Кстати, да, давайте обмен. Обмен сердечками. Ой. Блядь. Да, обменивались. Блядь. 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 Я икнул. Залезайте. А, там снизу еще есть платформа его. Ага. А, еще платформу себе сделать. Да что... Короче, нужно одному проехать, платформы снизу подымутся после, сами. Да, да. А, давайте тогда один хоть съезжайте. Мы постоим. Почилим. Ебаная икота. Я сам себя подкинул. Лазер. Ну икота, да. Так, живем. А зачем нам петь? Мы можем просто пропрыгать. Мы липкие. Нет, нет. Я не могу. Там только не потеряйте, главное. Чё, ты же тоже все секретки чекаешь? Да-да-да. О, нифига, тут лемуры. А я? А я почему? Я даже не кал. Оно поверхность дамажит. А-а-а. Сейчас окнул. Вы чё? Пойте. А, она прям супер вниз падает. А, я умираю. Да, да. Я забыл, что тут нельзя соло. Ну, зато я выключил вроде вас. Ты молодец. Да, да, да. Мы тебя запомнили. Хорошее самопожертвование. Да. Хороший блин. Теперь я добрый призрак. Добрый призрак. Каспер? Фига, я это вспомнил. Так, сейчас аккуратно, ребята, будет глаз. Он смотрит на вас. Мы смотрим. У нас минута, спидран. Кто остался? Блядь, Сумя! F. Жем. Тидж! Да-да, все норм. Да, снизу просто. Вы почти у финиша, ребята, Ладно, вы вышли. Мыкаем. Нормально, успеем. Тидж! Бежим. Драм. Быстрее. Вперед. Наверх тут. А нет, тут надо пробить вам пол. На правой стороне. Нужно петь. Прыгайте. Все, тиш пробьет. Идите, пролезайте все. Давайте быстрее, 15 секунд. 13.
Так беги просто ты. Мы же все за соседом. Побежали, побежали, побежали. Run, space. Да блин. Успеете? Нет, наверное. Или да? Нет. Увы. Да. Жесть, что произошло? Вау, успели! Успели кормить древо кармы. Мы такие молодцы. 554 кармы. Нормально, да. А это мы сейчас можем, мы сейчас скины можем купить? Ну, нет. Персонажей. Ура! Компот 250 минимально. Хороший такой, красивый. Да. Пойдемте купим. Сколько у вас? А, ебать, всем дает по 500. Всем дает, да. Круто. Полезное надгробие одно. Вернуться в святилище. А, вернуться в святилище. Полезное надгробие 8. Так, я забиваю себе свинью. Я сейчас скажу, кого куплю. Так, святилище пока вернуться. О, сердечко появилось. О, святилище. Да, открыл сердечко. Круто, мега круто. Hello again, little girl. Надо сердечко с нами прыгнуть. See these hearts you have collected. Give them to me. And I'll let you possess a statue. Где-то моя свинья. Each of them holds a different body for you to shapeshift. Тут есть лиса, тишь. Pick one you'd like to unlock and possess it. Так, надо ники включить, да. Лиса стоит 5000. Примите этот подарок в награду за ваш вклад в общее дело. Бесплатные сердца, пок. Круто, что-то мало дали как-то. А что, лиса пиздец дорогая, да? Лиса 5000 стоит. 10 забегов. Подожди, это пес. Это лис какой-то. А вон лиса справа еще есть. А, нет, это волк. Короче, я беру грушу, тут пишет, я могу зависнуть в воздухе. Я тоже хотела грушу. Я на Каале буду двигаться. Я сова тогда. Да, и тут есть 6 персов, кто кого взял? Я сова. Я на Каале. А где свинья? Возьму лягушку. Слева свинья, такая маленькая. Хорошо, я беру тогда броненосец. Танец можно разблокировать. Я танец еще разблокирую и супертанец. Посмотрите, как лягушка... По лестнице карабкается. Че за хуйер? Я сява. Мэйд, у вас спылы есть? Да, я разблокировал спановые все. Вот тут можно перки в одиночку, вы можете продержаться на 2 секунды дольше. Можно показывать различные эмоции над головой. На Y можно менять персонажей. They were written in the sky. У телескопа. Круто. Что, идем дальше? Сейчас, я с телескопом взаимодействую. So а где вы перки смотрели, guys? Не перки, а там где-то сердечко. Just там можно типа выживание, эмоции, танцы разблокировать. Мне кажется, комментатор злодей. Блядь, я что-то разблокировал. Блядь, очень смешные эмоции у персонажей. Зажмите 1 и 2. Yes. А на геймпаде? 1 и 2, я не знаю. Я надуваюсь в свинье. Сверху не цвета, я не знаю. Игра года, да, определенно. Накормите древо кармы, скормить древо кармы, плюс есть фрукты 50. Накормите древо кармы, открыть замки ключами. А что это дает? Ну, видимо, какая-то. Наверное, скиллы какие-то будут, да. Именно на статую твою. А как эмоции юзать? 1-2. 1-2. А у меня нету, это пока недоступно. У меня а ты туда нужно купить, да, надо, да, надо купить. Эмоции на Е. А, на Е это на типа е. Общение, а вот эмоции 1-2, и это в статуе надо покупать по 100 сердец. А, понял. Типа, что, идем дальше. Сейчас, а как из геймпада эмоции делать? На крестовину. Лево-право. Не. Ну ты не купил, значит, справа. Я другие эмоции купил. LT надо зажимать. Да, да, да. Колесо. Угу. Которое. Да. Я рейди, если что дальше. Я тоже рейди. Я жду, да. Да, давайте. Пригласите. Ну, все, хостите. О. Смотрюкаю. Сори, это я 8. Забыл микрофон замутить. Блин, спросить, кто хрюкает, когда свинья рядом стоит, это, конечно, глупо. Друзья, кто может фрукты собрать? Соберите фрукты. Берите фрукты кто-нибудь. А, вообще, мне тройной прыжок, но... Я могу ну, только давай. Вот это. Но мне все еще не хватает.
Да, ну и безнадежный персонаж. Ой, все фрукты собрали, все. Следующие бонусы просто вау надо. Согласен, да. Звучит как G-Baited. Там, наверное, будет написано просто вау. Там будет типа бонус 0,5 секунд, я не знаю, что. Не, просто вау реально звучит хорошо. 5 карточек. Я ж такой смешной, нюхает что-то. Так, все. Ищу трюфели. Эй, вы там дракон отошел? Не, я тут летаю. А, ты здесь? Все. Фиаш, подойди. Я фрукты собираю. Я умру. Нет, ты не умрешь. Посмотри, там фрукты. Ты куда? Смотри. Ой, вы что, умерли? Секрет. Понял, дракон. Правила хороших манер не читал тоже, да? Ну да. Видите, как сова прикольно липнет. Сердечко возьми. Кстати, про эти не забывайте, про обилку. Да я вон Лене скинул, у меня нету обилки. В смысле, сердечко-то должно же быть. А, ну это да, держи. О, засыньте тут. Блин, кого тоже прикольно липнет. Сижу. Пойдем. Ну, кстати, рибл прыжок не такой плохой, как оказалось. Так, а как туда? Помогите. Зайдем через низ. Спасибо. Так можно по шипам просто. Я что-то открыла. А, да, по шипам, типа, кстати, поднимается? Да. А как откройте еще раз. Откройте еще раз. Блять. Норм, я забрал. Ладно, я вниз пошел. Фрукты тоже. Погнали. А как понять, сколько перерождений осталось? А перерождение бесконечное, пока у тебя свет есть, я понимаю. Да, да. И сейчас свет есть, вот это аура у тебя, то ты будешь переряжаться. Я ключик взял. А из чего аура пропасть может? А, типа, если ты соло? Если рядом игрока нет. Да, да. Понял. Еще ключик. Еще ключ. Гуд-гуд. Ой, блять. Не, мистер. Сейчас, заходите. Спасибо. Я лягушка. Поймайте сердечко мое. Так, мы где-то фруктов много не собрали. Ну, тут секретов много. Не, тут просто секретов много. Можно поискать. У нас еще 3 минуты, можем поискать 5. Да. Вот это вы задроты. О. Найс. Dark Souls секретки. Балдеж секретки. Ой, найс. Победитель 60-60. Так, ребята, голосуем за самую имбовую карточку. А сейчас будет крутые, сейчас будет просто вау. Сейчас будет просто вау. Смотрите, они все легендарные. Нихуя себе. А все становятся пузырями. Лунный прыжок звучит как повод. Открытие всех секретов, ночное зрение. А мне кажется, фрукты приносят сердца кармы, звучит норм. А мне кажется, ночное зрение супер имба. Или раскрытие всех секретов. Ну, у нас быстрее, времени меньше быстрее. Будет. Бля, мы ничего не взяли. Бля, да. Блять, мы не прошли. Ну ладно. Нормально. Просто вау, жаль, мы ничего не выбрали. Да слишком вау, мало. Все карточки такие крутые. Сейчас чисто в темноте будем сидеть. А что там за дебаф был на карточке? Частички меньше света. Угу. Кто со мной налево? Я пошел. Здесь тут дракон с смешной смех. Этот ключ нужен. Да. Направо. Тише. А что там слева ничего нету? А вот секретка. Собрал? Бля, ты куда? Не, там пипец далеко. Я с тобой, давай. Давай. Опа! Спасибо. А тут еще секретка, тут двойная. К нам. Жесть, тут разделение. Блять, смерть. Куда пойдем? Я не знаю, я не могу там прыгать. Сверху тупик. Окей. А внизу там что было? Во-во-во-во. Ой, тут нет, тут еще фрукты. Бля, может направо еще? Сверху. Все, теперь все здесь. Только не умрите. А как, блять, а как? Аккуратно шипы. Меня подсейвить надо, дракон. Так. А как мы не можем запрыгнуть? А, кстати, когда умираешь ключ, когда он можем. Улетает. Сейчас, надо сейчас, опять причем идти. Сейчас. А как ты это сделал? С разбегу, типа? А, вот просто наверх сейчас прыгать надо было, в центре. Сейчас. Окей, сейчас. Спасибо. А, пиздец. Ну давай, еще прям. Я не могу там. Сейчас. Прям. Да, нормально, да, погнали. 3, 2, 1, go. Good.
Отлично, мы такая команда, ребят. Nice. Oh, nice. Тут от разных POV надо смотреть. Просто свои приколы, у них там свои. Тут еще был лабиринт. Учите. Стой, мы их отсюда собрали, да, мы с ключом. А вот там что, смотрите. Блядь, надо куда-то это. Надо выбрать, да. Давайте сюда. Там ничего нету. Бля. Ой, ебать. Нормально. Не, они еще, они внизу вроде. Кстати, кстати. Пошли поверху, ладно. Или ты хочешь тобой? Не-не-не, пошли. Угар. Пиздец, лабиринт. А, подойдите ко мне. Вернись, вернись. Можешь давай иди провести обратно? Да, 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 да. Сейчас я гляну. Зацепись, зацепись. Ага. Я, наверное, могу просто сдохнуть. Там сюда. Но... Ух, мы тут нашли просто. Вау. Да мы пипец тут тоже лабиринт нашли. Да, у нас тут бесконечный лабиринт. Ребята, мы уже игру сейчас прошли почти. А мы миллион долларов заработали тут. Да. Ебать, может тут так и надо? А, ну до портала дошли, ребят. Вы чё, где-то? А, ребят, вы чё там делали, блядь, всё это время? Мы там фрукты собрали. А вы фрукты сколько собрали, ребят? Ой, бля, столько там, не посчитайте. Ты ж прыгни. Ага. О, тут три ключа надо. Это, наверное, бля, они как раз оттуда и придут. Они оттуда и придут. А у них ключей-то нет. А у них-то ключей. А, ну они оттуда реально придут. Ну нам надо фрукты собирать еще. А так, подожди. А как залезть? Тидж, идем к нам. Сейчас. Все? Никто не взял мое сердечко? Назад. Тидж, держи. Обменялись. И ушли в закат, виляя хвостиками. А где, интересно, остальные фрукты были? Обмен телами с напарниками. Обмен телами. А может, суперселение? Нет нового игрока. Я за суперселение. Ну, давайте, давайте. У нас пока персонажи не суперинтересны. Ну да, да. Кого интересно суперусилить? 300 фруктов. 300 фруктов, ё-моё. Ебать. А, ну там вон они. Смотри, как они лежат. Я! Смотрите, я! И чё мне дали, блин? У тебя очень большая аура. Да. Ага, жесть. Мне нельзя умирать, наверное. Ага. Пойте кто-нибудь. Да, подожди, мне надо залезть на стенку, я смогу со стенки петь. Так смешно поёт. А чё, что-то не то мы делаем, мне кажется. Может, в одну сторону надо петь, а не оба? Да, да, да. Ой, секретка, секретка, секретка! Ко мне, секретка! Погоди, у нас тут наверху ещё контент. Я собрала все, короче, фруктики. Так, мы вместе с тобой, да? Да, да, да. А как, подожди, как? Налево. Как вот здесь. Жёг направо. А, вот всё. Не, не понял сейчас. Большой левел. И пипец там ключей надо. Да? Пошли так, сразу. Как? О, вот, о, блин, всё. Тебя надо верхний забрать будет. А я не забираю. Давай сначала эти донесем. Два. Потом остальные. Не, я верх не могу даже зацепить, прыгнуть. Блин, слева. А ты вот здесь пролезешь. Ты не можешь два ключа подряд прозацепить. У меня суперпрыжок, кстати, какой-то. Давай, прыгай, Тидж. Не-не, весь сам не хватает. Давай я смотрю. Ты сами давай. Ай, бать. Ай, тут еще один надо. А, отсюда нельзя? Сейчас я порубаю. А, ё-моё, подождите. Пошли со мной кто-нибудь. Пошли. А, да. А, да, окей. Право, нет. Право, только пойти. Все? Я второй вот еще. Нет, вот нет, этот. Там второй еще. Все. Все, все. Обратно в сторону. Тидж, тидж, надо попеть. Пойти. Надо попеть песни. Ага. Все, погнали. Вы можете до конца не доталкивать, может просто через низ подбежать. Мы тут застряли, блин. А куда? А, сюда? Ну, кстати, усиление игрока супер удобное. Да, кайфово. Ловите, ребята. О, точно. Ой. Я вот сюда пойду. Ой-ой. А там снизу через низкому пойдет? Давайте я пойду. По низу нужно идти и толкать нужно по низу. Да-да-да-да-да. Пригодилось, там Лену забыли. Иди дальше, поправо проходить. Да вы чё, троллите? Ну я придерживаю платформу. Всё, спасибо, так. Всё, уберите её. Да блять. Кисуми назад поехала. Вы троллите? Дайте она проедет, я просто пролечу. Ни хрена, я тебя прыжок кусали. Меня убили, спасибо. Простите, я забыл. Погнали. Это райди Фиаша. Я... Жри, фиаш, жри! Смотрите, а как сюда пройти? Есть, вот есть, есть.
Как туда пройти? Понятно. Давайте подумаем. Зась на сердце, типа? Да-да. Хм. Тут как-то секретка, наверное, какая-то есть. Блять. Ай. Одно из этих промежутков, maybe. Вот я тоже думаю, да, может быть. Ну, такая какая-то была бы очевидная. Еще неудобная. Да. Хм. Я проверяю, не могу пролезть никуда. Жизнь уже. Давайте пока пойдем дальше, может откроется потом. Если что-то сделаем. Фрукты дособрали почти все. А, ну все, можем проверять. Бля, 9 фруктов где-то потеряли. No пойдемте, пойдемте поищем. Может там надо было направо свернуть? Mm. Зайдите куда-нибудь. Да, верно. Не зря Dark Souls играл. Ага. Чё там? Ну, Лена может забрать, а я не могу. Нужно быть биговым. Не-не, тебе надо прыгать на эти штучки просто. А я не могу допрыгнуть. Мы не забрали, мы не нашли 9 фруктов. А, ну что ж тебе сказать. Увы. Выпьете, пошёл. Что ж тебе сказать? В лес свинью раздувает. Угарно. Не угарно. Какой же я толстущий. Так я тут, да. Блин, не собрали вообще чуть-чуть. Больше времени 10 секунд, бомба. Приглашённый пианист. О, один из игроков защищен от дурных глаз. Нет, пианист. Дурные давайте глаза, это, видимо, ловушки. Да, ловушки. Те, да, которые убивают. Все самые бесполезные улучшения берем. Это нормально, ворсов. Под логово. Сейчас кто-то еще один будет улучшен. Или нет? Нет, почему? Наверное, нет. Там улучшение на один, а, на один только на один левел. Треклятый дракон. А чё Титч один пошёл? Ты норм? Акт 4, треклятый дракон. О, пианист. Нужна лампочка. Жесть какая-то. Смотрите, энергия лампочки. А, по паутине можно карабкаться. А слева ничего не было? Нет. Ой, справа точнее. Справа не было. Ой, промазал. Какая-то драма, мюзик. О, нет. Да, что-то как-то это грустно. Пианист не настроение был. Так, подождите, надо посмотреть, что тут вообще, как делать. Просто хуярим. Тут надо электричество провести. Электричество сюда можно снизу прятаться, сюда можно прятаться. Так. Ждем круг. Мы между собой, кстати, цепочку тоже делаем. Забавно. Да. Ой, Кисуми, пора съебывать. Давай сюда, прячься. Ой. Дайте нам цепочку наверх. Вот сюда. Вот так вот, прицепитесь. Ну. О, нормально. Все хорошо. Теперь смотрите, нужно теперь будет сверху. Лампочки сверху, да. Активировать сверху, или они сами. Она не тянется до бесконечности, если еще это. А какое еще активировали? А, я понял. Молнией прыгнуть в этот. Ну что-то есть немножко. Все, можем болеть. Все, надо. Не-не, надо еще, надо еще, надо еще. Блять, да, помогите, 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 помогите. Спасибо. Да ёпрст это. Все, о, нормально, сделал. Погнали. Кисуми! Нормально. Отлично. А сверху слева ничего нет? А сверху там, да, там что-то есть, там по-любому что-то наверное есть. Угло посмотрим, угло посмотрим. Секретка. Опачки. Сюда притащить надо. А. Ебай, задачки. Давайте, давайте, я первый. Ну, звучит несложно. Надо просто тайминг... А, таймик никакой не нужен, тут есть лампочка. Погнали. Я не вижу, я не вижу экран. Я умираю, спасите, спасите. Мы не видим экран, что за хуйня? А почему не видим экран, блядь? Наверное, снизу надо сперва активировать скрипт. Окей. Да, наверное. Багулина. Дракон, аккуратно. Странно. Wired. Потом какие-то сердца добавились, поэтому. Ну да. Да, музыка прям депрессивная, надо разбавить стекло руками. Стекло такое чисто. А-а-а! Тидж! Нормально. Долетел. О, стоп, ебать, стоп, тише, прячемся, тише. Прячемся, прячемся, прячемся. За ширмой не видно, да? Да. Да, да, да.
Музыка такая умиротворённая. Надо через цепочки. Сюда-сюда. Одна есть? Блин. Второй есть? Вторая есть. Упс. Третья есть. Сейчас Тиш умрёт. Тиш, не умри. Я просто буду держать. А, может, нет, может, меня сейчас разъебет. Давайте я тут. Я дал. Лена, Лена, слева, Лена, сверху, нет, ко мне, ко мне, ко мне. Окей. Пейс. Я думаю, тут еще одна секретка может быть, не? Да, там слева сверху я тоже думаю, может быть секретка. А, ну да. Ебать, им прунулись. Нормально фармим. Он сможет открыть себе лесу. Угу. А разве она же 1000? 5к, по-моему. Я правильно понимаю, что вместо неуязвимости к этому глазу на одного игрока они взяли просто музыку на пианино на фоне? Все так, да? Все, вот так. Не вижу минусов. Я проголосовал за... Ну, такой зато эмбиент приятный был. Чувак, которому мы собираем карму, он злодей. Я это чувствую. Тебя же заспойлерили? Нет, я это чувствую. Он постоянно такой: карма, мне нужно больше кармы, принеси мне карму. А вдруг он наоборот супер добряк? Не-не. Вы завели новую планету в системе лягушка. Блять. Небо стало ярче. А как посмотреть, что это дает? Надо, видимо, все собрать, чтобы было понятно. Опять свинья надулась. Привет, привет всем. Более цены, подарки, кармы. Все прекрасно танцуют. Давайте вот ну, это. Ну, конечно. Все прекрасно танцуют. Склад логово выбирает только как самое полезное. Как же мы жестко по прогрессии идем, конечно. Да. Качаемся. Это самое нужное нам. Вот только там будет квест на танец. Что танцевать? Доус. И чё? Ничего не поменялось. Почему у меня перманентная эмоция нажимается? А. Если становишься на месте, начинаешь танцевать. Да-да-да. Я не танцую. Ну, у меня дерево появляется. Чё за... Куда пойдем? Давайте разделимся. Давай. Секретки. Секретка. Привет. Халу. Привет. Что там, больше ничего нету? Блин. Я ничего не вижу. Да, вроде пусто. Мне надо схавать 50 фруктов. Пройдешь? О, ты маленький, прошел реально. А ты не пройдешь? Что там у вас? Это 50 фруктов за одну петлю, причем надо съесть. У меня в прошлый раз было почти 50, чуть не хватило. Опа. Так, ну я ничего-то не вижу. Ау. Жесть, они там спидранят. А что это за гонёчки? Зачем их собирать? Ну, они типа подсвечивают просто карту. Стой, смотри. Оу. Где? Дракон! О, нифига, там сердечки прилетели. Хорош. А, он фрукты фармится. Не достало. Стоп, откройте еще раз, там что-то есть внутри. Не, мы уже открыли. Мы да, собрали, мы собрали, мы собрали. Бля, ну ладно. Space. Это объедки. Люблю объедки. Помогите. Оп, хорошо. Там сверху еще фрукт. Только один остался? А, нет, вон еще. Не, вон еще. Лена! Спасибо. И тебе. Нафига эту дверь открывать? Не знаю. А вдруг кто-то прыгать не умеет? Какая-то. Реально? Там еще фруктики. Вдруг кто-то играет на землекопе, у него нет прыжка. На красе чисто, только подкопы. Какая музыка классная в игре, я не могу, она такая милая.
А как сюда? Секреточка через справа, да. О. Блин, ну это еще не все фрукты. Даже нужно, ближе. Нужно найти еще. Не залазьте, не залазьте тут. Вот еще немножко. Еще три. Еще три где-то. Еще один остался. Вот один, это прям жестко. Пойдемте найдем. Блин, ну да. Пойдемте, пойдемте, времени еще куча. На поиски. Пропустил, да? Мне написали, что пропустил. Ладно, я верю. Ну, все равно надо пробежать. Вот, а, вот да, он. Реально. Ага, реально. Не обманули. Придется извиняться. Запрыгнул. Все нормально. Clean level. На лимитах, на лимитах. Что если он не видел на самом деле, где он пропустил фрукт, просто рандомно сказал патрулить, а мы реально вначале так что все становятся нахуй, музыкальными шкатулками. No way. Высокая скорость, может? Да, 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 высокая скорость, музыкальная шкатулка. Опа, мне не разделились. Блять. Ребят, не в той команде вы играете. Я за музыку. Я тоже за музыку. Как вы же хуйню выпуск наберете? Какие вы смотрите? Погоди, это персонаж какой-то, да? Да, да, да. Мы можем петь во все стороны. О, там можно этот. О, ребят, я как кактус. Да, 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 да. Ладно, этого стоило. Постойте, вы танцуете, я пою. Время идет. Разделяемся? Да. Да. О, нифига тут. Это что такое? Охуенно, надо. Без тройного прыжка будет не так круто. Это что, это Марио? Да, походу. А мы... А, мы можем подняться. Ебать! Еще надо понимать, ребят. А как тут? Там секретка должна быть. Это командная работа. Угу. Так, а что мы открыли? А, ну там вот. Может с другой стороны, может с этой стороны? Да, может с другой. Бля, ну джампадов, возможно. Блин, без стороны. Нет, ты же не можешь петь в полете. А вот тут, смотрите, какая-то музыкальная шкатулка или что-то. Как вы это сделали? Сейчас, вот сюда, вот сюда, вот сюда. В центре, да. О, ебать. Пиздато. О, дракончик побежал. Дракончик! Вон открылась дверь справа. Дракон там собрал. Спасите! Еще. Спасите, дракон! Хорош, хорош. Все, идем вперед. А вдруг справа там что-то есть сверху еще? Со мной кто-нибудь пойдите? О. Кто-то пойте. Кто-то направо, а кто-то со мной. Там Лену пойте? Забыли. Лену засейвите. Там вроде ничего нету. Погнали. Ебать. А может мы зря это ломаем? Мы правильно, мы ребят, правильно. Ребят, зря мы это ломали. Зря мы это ломали. Нет, тут ключ. Там ключ. А там секретка была. Я успел в нее запрыгнуть. А, ну хорошо тогда. Ой, еще секретка. Вообще не зря. Тут еще. Видишь? Сейчас, погодите, там еще секретка. Блин, не ломайте все, не ломайте все. Вот, смотри, смотри, лезь. А, нормально, нормально. А тут, походу, типа левел специально под карточку дали, да? Да, видимо. Или же это совпадение? Ключа у нас нету, да? Есть, есть. Есть, есть. Я умерла, меня убили. О, кстати, можем Блевика превратиться реально. То есть там ключ справа. А, подожди, тут попеть нужно. Раньше времени не пойти. Ла-ла-ла-ла! Не, Юру можно. Там вон ключ надо разбить. У меня один ключ уже еще. Вы меня бросили. Иду. Ребята. Меня бросили. Мы поем, сори. Сумею? А там сверху квадратик. Вон, видите? Ебать, я тут фруктов нашел. Я подцепил. Ну, дальше-то... А дальше-то, Лена! Что ли? Не убегай. Не, я думаю, там квадратик. Извините, нормально. Я запустили. Я случайно. 5 фруктов, 4 фрукта, нет! Да-да-да, все, мы сделали. Убрали! Красавцы, гений, спидран. Че происходит? Ла-л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 а-
Слишком хороша. Бумеранг кармы. Мрачное зрение все становится пузырями. Нормально. Ну давайте. Зри так не поют хорошо, но ничего страшного. Ладно, нужно, я не знаю, я как-то чувствую себя не очень, когда нету ла-ла-ла. Может это петь весь раунд? Поочередно. Там секретка. Возьмите направо, там секретка, да. Давай, давай, да, ура! Хорош. Все ла-ла-ла-ла, все молодцы. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. У тебя хорошо получается, дракон. Потом. Дракон, ну все, смена формата стримов. Пять-пять. Какая страшная хуйня. Нет, пьешь. Нормальная прочитка секретка. Ебало представили, вот оно. Ебало представили. Ключ слева заберите. Я что? А, бегите, бегите, бегите быстрее. Прыгай, прыгай, прыгай. Ой, вип. И наверх кого-нибудь. Угу. Все, разделяемся. Проходите, я пою. Нам пропустите нас. Пойте, пойте, пойте. Да, тут надо просто это ходить и толкать. Нам, нам здесь надо сейчас будет спуститься. Блин. А зачем? Спейсы, спейсы, сбери. Все, 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 все. Окей. Такие мы уроды. Урод, я не понял. Лена, запрыгивай. Все, спрыгивайте. Давайте, да. А, вот так? Да, да, спрыгивайте, спрыгивайте, спрыгивайте. А я? Нормально, нормально. Нормально. Ла-ла-ла-ла. А чё? Слезьте. Так, вот тут херня, кстати, тут секретка должна быть. Тут секретка. Тут лейка пишет, лейка нужна. Наверное, сбоку, сбоку, не? Не, лейка нужна, персонаж. А, персонаж. А вот справа, наверное, секретка есть. А нас заберите. Ну, раньше надо. Ну давай, стоим, получается. Я открою, я открыла. Гуча. Пойдем. А наверх, если? А наверх там сюжетно. Стойте! Меня забыли. Бля, Стас. Не, я фиданул, чтобы... Бля, чуваки. Блин, ну нет, это уже лишнее было. Поднимите, потыкайте, побейте. Еще, 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 еще. Где да. Я? Вообще не понимаю, где я. А, мы уперлись. Бля. Мы не дособрали банан. Еще, еще тыкнуть. Сейчас. Заберите меня, богом прошу. Ла-ла-ла. Все, норм, 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 норм. Все, едем. Едем, едем. Ла-ла-ла. Давайте, кто-нибудь тыкайте. На левый кто-то, на левый. Потыкайте нас. Сейчас, сейчас, потыкайте. Ну ладно. Спасибо, хорошо. Пожалуйста. Бля. Ровно. Все, да. Мы такие хорошие. Бля, мы такие хорошие, ребята. Стас, стань уродцем. Спасибо, хорошо. Осуждаем. Два раза говорить не надо. Короче, всегда выбираем бонусы, которые делают в новые эти... Приглашённого пианиста? Комплименты светилищем напарников? Бесполезные советы, мне нравится. О, давай, да. Нормально. Ещё трипл джамп у всех, что ли? А мы до этого все этажи это... собрали фул, да? Это у тебя получается квадро-джамп. Не трогайте, не трогайте двери, не трогайте двери, это там опасно. Ой, это что такое? А, прыгать надо, прыгать. Надо, не-не, тут надо, чтобы несколько человек стояло, ты вес видишь? А-а-а. Это уровень с прыжками, типа, наверное, нет? Ну, видимо, да. И тут осталось 6 минут, чтобы свариться в кипящей воде. Кто-то заявляет про 17-19, у него мозги смят. Все поняли? Недавно была ситуация некоторая. Какая ситуация? Ну давай, какая? Налево надо идти. А ситуация-то какая? Давай. Мозги смят. А здесь что будет?
Не забывай спрятать плохой запасный на ски. А там снизу ничего нету? Секретки нет снизу? Давайте я прыгну. А, окей. Почему это бесполезный совет, если это хорошие советы? А вот здесь не проверяли еще справа. Нет, там ничего нет, пойдемте. Смотрите, сейчас отжиматься будет груша. Давай. Боксер. Все, я вас игнорирую, с вами даже не разговариваю, оставьте меня в покое. Ну, полезный совет. Погодите, а... Сюда электричество надо провести. Наверх еще можно. Да, она, скорее всего, внизу. А, да, сюда надо электричество. Взять электричество и пойдем. Так вам! Надо говорить не Quichel Rain, а Bell at Bean Quichel Rain. Поняли? Окей. Бля, если здесь будет секретка, это вообще пипец. Нам очень долго спускаться. Вон она. Тут по дороге лампочки хотя бы заряжать можно. Всё, нам надо ключ куда-то пробить. А если еще ниже? Да еще ниже, у меня ключ. Друзья. Знаете кто-нибудь? Я застрял, меня раздавило. Так. Не, ни хера. Все, поднимаемся. А, слева. Не, там ничего нет. А ключ-то куда тогда? Ну, лучше наверх. Дальше наверх пригодится. Отойдите. Давайте, не теряйте электричество. Ой. Да не старайтесь, сэр. Фрики. Гуд-гуд. Терпением души тоже следует распиваться. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. О, а, ключ-то куда? Подождите, стойте, ключ... Бля... Собой оно забираем. Сразу типа активируется? Да. Можно было еще бесполезные советы послушать. У меня бесполезные советы в чате теперь. Если видите, там вот некого фотографа, скорее всего, это многоэтажный. А так это было в игре. А, да. Но я абстрагировался от их комментариев. Понял. Такое дерево маленькое. Они потом... 621. Ну как-то не доиграли, ребята. Не допели. Ла-л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 а-
да-да-да-да-да. Там именно пройти прям можно. Чё? Здесь статуя секретного персонажа. Чур это мой. Блять, куда 25 тысяч? А где? Чур это твой. Он вообще не похож на... Короче, где статуи, наверх поднимайтесь. Да, да, какие да. там, какие второй этаж. Статуи? Там ширма висит красная уже скоро. А, реально. Ебать, смешная хуйня. На ходу придумал связь. Геймдизайнем. Реально. А жираф есть играбельный? Ладно. На секретных похуй, где там этот певец. Ла-ла-ла-ла! Нихуя, конечно, тут спрятали статуи. Ну, что, хайпово? Так и то еще, наверное, что-нибудь есть такое прям заковыристое, что мы не нашли еще. Вольвас. Пружину нашел. Че, let's go дальше? Клиер прикольный, да. Пружина, верблюд. Ну ладно. Громкий голос. Нужен поющий персонаж под это. Ну-ка, сейчас, подожди. Сейчас проверим. А, мы просто громко кричим. Да как далеко будто бы... Раньше. А, далеко, что ли, типа? Да, далеко раньше стал. Мне дала ачивку нерешительность и более 5 раз измените свое решение во время голосования. Так, пусть Тич собирает фрукты. Да, окей. Спасибо.
Свинья, отойди от фруктов, и никто не пострадает. Пи-пум-пи-пум. Я открыла. Ну, кстати, двери, если можно, типа, полностью. Подержите мне, ну, типа, оставьте мне двери. Да. 20 дверей надо подержать. И... ключик. Стоп, вот, дайте следующую открыть. Ну, проходите. Оп. Засчитывается? Так, нет, мне три засчитали. А где ты? Короче, засчитывает прохождение, понял, людей именно, чтобы люди проходили. Ой. Бля, дракон собрал фрукты, сидишь, не справится больше. Ну уже 20-50. Заруинил, I'm so sorry, ребят. О, здесь фильм кому-то придется. Умирайте. Всем в одной, блядь. Блядь. Ой, что-то пойду. Есть что-нибудь? Да. Да по-любому должно быть. О, ребят, тут сердце. Помощь, помощь, помощь. О, стой. Давай. Как тут? А где кнопка? А тут нет кнопки. Наш это не другой. Кнопка, это персонаж. Персонаж? Давайте я сюда пойду. А наверх? Персонаж? А наверх кто-нибудь со мной пойдет? О, кнопка, подожди. Кнопка, давай. Ну давай. Блин, фрукт съел. Да, пофиг. До следующего уровня зафармим. А как нам теперь подняться? Сейчас я фидану, ты залезешь. Это умом. Бля, как же он летает. Какая же у меня бесполезная нахуй белка. Так, расстался. Ой, да, бля, простите. Ща. Идите. Вот вам еще сердечко. Либо. А что, не выполнился тебя? Не, вроде засчитала, но я... На всякий случай, да? Фруктики собери. Собираю. Ебать, что за... Перед кисуми собираю фрукты. Как же фиаш все стены облизывает. Вообще ему так. Мы собрали же фрукты уже. Пред банан не пробовал. Да похуй! Ему просто... Тебе может это, марафон Dark Souls устроить с перекатами в стены? А я чё, я проходил. Так, еще раз. Еще раз. Блин, ну моды, четвёртый. Моды какие-нибудь накатить. С рандомайзером хочу, да. Все становятся юлами. Не, не, не берём. Юл нельзя, да. Нам квесты надо сделать. А, бля. Лунный прыжок или супер прыжок? Может, супер? Может, там и кота затроллят сейчас? Да пусть троллят. И кот имба. Так, у нас лагерь трайхардеров, лагерь... И коточников. Не знаю, да. И пятый не проголосовал, лагерь поебать вообще, походу. Бля, что такое цветочный блок? О, нифига мы прыгаем еще. Там цветочный горшок нужен, персонаж. О, Фиаш! Один оставили. Меня и коты подкинуло, я не виноват. О, тут фрукты в куче. Сейчас, подожди. Он удалось. Спасибо. Мяу. Нихуя, там кисуми прилетело. Ничего нету. Блин, ебать, тяжело прыгать. С правой стороны отходить. Еще 10 фруктов осталось. Ты справишься. Тут он еще 3. Вон, да. Кисуми так подгрызло немножко. Я забываю, что у него квест. Вон, забирай. И вон вот там это... снизу. Все, ты же выполнил квест? Нет. Нет. О! Справа дверь нужна. Ключик. Ключик. Оп, нужен. Я взяла. Да сейчас его сюда. Ну, кстати, прыжки балдежные. А справа что за дверь? Бля, так, друзья! Мне еще нужно. Давай, вниз. Спасибо. Ой, меня тут пустите. Мне, короче, еще 7 нужно. Тише, фрукты. Кисуми собрала, не парься, тише. Помогите, ваш. Помогите. Блять. Я съел все фрукты, помогите, пожалуйста. Эй. 4 фрукта. Надо самого низа. Собирай. Давай. Все, готово. Спасибо. Пожалуйста. Стойте. Все. Когда другие обилки будут? Помимо плевка сердечками. А будут ли? А вот не знаю, хотелось бы. А вот вопросик. Окей, еще держи. Пройдите сюда, тут все. Я все сделал.
Собирайте. Точно много фруктов. Собирайте. Так, блядь, иду не есть. Кто-то прошел. Собирайте. Спейс, проходи. Не-не-не, мне надо этот же. Окей. Квест. Сейчас посмотрим, что зачитают. Так. Ага. Все. Еще два осталось. А что за дверь слева вверху там были? А мы туда, видимо, и пойдем. Это, видимо, не обязательно заход, да. Как раз таки. Ну я, по идее, с этих дверей тоже должен. Ой. Тише, там. Подождите. Дайте спейсу нажать последнюю кнопку. Блять, спейс. Так, Иди налево, открой дверь. Все. Мы уходим с нее. Встаньте с кнопки. Вставай, погнали. Все, спасибо. Тут. Все собрали. Что? Да. Сейчас становимся юлами, ребята, секрет сделаем. Здорово, Маскарп. Или пришельцами. Или пианиста наймем. Гармоничные голоса. О, гармоничные голоса. Оставь все время сердца кармы. Это дохуя так. Да, блять. Суммарно по 600-700. Го, это из-за спидрани. Ну давай. Найс, переубедил всех в трайхарде. Впервые, блять. Оно надо. Гармоничные голоса. Блять, ребята, вы чего? Ну, блин, красиво бы попели вместе. Были бы мы на шкатулках, было бы заебись. Я согласился. Так, погнали. Разные стороны. Спидраним. Я бы ничего. О. Забирайте. И к чему этот проход? А вперед нельзя дальше? А вот там. Нет, там дальше лазер. Не-не, там то, что Тич нашел какую-то то ли секретку, то ли что. Да хуй помню, что это. Это ты нас вниз, мы ключ забрали. Не, это я вас вниз. Не-не-не, вот это... Не-не, давай не об этом. Не-не, ну, короче, все. Не, ну, короче, не понял. Понятно. О! Поднимайся. Блять, закрыли. Замуровали. Выходи. А меня подхватите, блядь. Ну, увы. Сука. Помогите. Дракон. Там такой джакерки, конечно, у дракона смеется. Да. Тиджу надо пропрыгать там. Там куча фруктов. Ну, Тиджа, трипл джамп. Че? Берите налево. Вы троллите налево. Все. Какой-то перчик может эти факела зажигать. На огонек. А как сюда попасть? А, вот. Стой, сейчас я вас чуть вот сюда вот. Стойте, кто-то делает что-то. Кто что-то делает? Мы пели. Пойте. Сейчас. Спейс, ну блин. Подстрахуйте Стаса кто-нибудь, значит, смотрю. Побежали, сердца. Все нормально. Сердца, то же самое сердца забываем. Ключ! Блядь, заново. Ключ! Проебали. Ну, блядь, вы его прижали. Рестарт уровень, пожалуйста. Не, быстрее, ребята, время, деньги. Во, мне вот эти штуки надо 4 раза прорастить. Мне на пришельца 3 голды не хватает. Что-то у нас, гайз, блядь, сердец будет как-то лучше в гармоничном голосе. Пойте кто-то. Так не дотягивается. Тидж, попой вниз. Тидж, погоди, не пой. Все, давайте. О. Еще. Все, погнали. Тут секрет, погнали. Там секрет. Помогите, держу. Там погнали направо пока. Все, они взяли. Так, тут что у нас? Опять эта штука двигается. Куда мы упали, блядь? Нихуя не видно. Поистань с этой штуки. Ага. Не, эта штука, значит, она опускает. Дракон, пой в бок. Бля, не успели. А, друзья. Сейчас я их опущу, подожди. Ага, все, можете понимать. Блять. Пейс упал. Пейс, да, не подцепили. Сконнектились? Бля. Ну, надо будет вам сейчас взять эту штуку. Давайте. Ребят, Пейс, иди к нам. Ребят, сломайте там эту фигню. Бля, я понял, что вы имели в виду. Ребят, нам нужно сломать. Сейчас. Спейс, давай прыгай. Быстрее, мои очки и сердце кармы. Только за финал, если что.
Быстрее, быстрее, давай. Быстрее! Все, я захожу в портал. Да. Там слева еще фрукты. Прыгать, прыгать. Нет, мы забрали их. Не-не, справа. Справа не забрали. Не опускайте вниз только. Я забрала, все. Заходите. Это не все фрукты, кстати. Бля. Увы. Бля. Блядь, на игру. Похуй, 50 сердец кормы, блядь. Быстрее, мое сердце 45, нет. Очень много сработали, очень много. Нормально, кстати, все равно. Лучше гармоничные голоса взяли, блядь. В натуре, кстати, да. Не так тильтово было. Если еще 3 двери дойти открыть за эту петлю, буду признателен. Если растения дойдите прорастить, буду тоже признателен. Суперсила одного. Суперсила барабанщика, конечно. Да, барабанчик был уже. Он приглядел. Ноль эффекта, приятной игры. Кто это взял? Стас? О, нет, я за это проголосовал. За эпик. Да. Опять я! Томатос? Это, видимо, Томатос зашел. Томатос, да, видимо. Друзья, меня. Иду. Спасибо. А сегодня, кстати, кто-нибудь кружочек записывал в ТГ? Нет. Да похуй поебать. Ты вообще, блядь, поебать. Закройте нахуй Телеграм. А чё, как? Я не понимаю. Смотрите, а на эту вступить надо. Ещё. Побольше. Ребята! Всё, идите, проходите, мы на страфе. Чё-то мы не спидраним. А в этот раз уже пофиг. А, это на один уровень было? Да. Вот сюда, наверх кто-нибудь. Со мной. Вниз кто-нибудь со мной кто-нибудь вниз. Хорошо, ты придумал, конечно. Я вниз. Тяжай, давай, твой трипл джамп нужен. Там надо тич налево. Третьего еще нужно. А что там у вас? Так вон там сердце, вон. А что там у вас? Он не допрыгнет даже трипл джамп. Не. Надо опустить, а это... У Лены любой голос наш на все может. Мне кажется, мы фрукты сердце проебали. Там хрен знает, как опустить, потому что я до нее не допрыгнул до этой штуки. Так, заинтить один раз и прыгнуть через... Ой-ой-ой. Нужно электричество. Я сейчас сдохну! Где? Что ты кричишь? Кисуми, подойди. Опустить, ребят, сюда. Ребята, да, опустите эту хуйню. Вниз. Давайте мне. Так, стойте. Прыгаем, спортсмен. Тише, прыгает. Фриковая тема. Все, пока. Ну, нормально. Может, вернемся назад за кубиком, затем так-то... Мы его забрали. Я забрала его. Не-не-не, который опустить надо было. Его надо было опустить, чтобы забрать вверх. Да, я забрала. Мы просто скипнули. Ой-ой-ой. Ой, ебать. Выглядит страшно. Всем пока. А поверху, го поверху. Там закрыто. Бля. Спейс вовремя. Помогите, ребят. Живем, побежали. Я поверху пойду, короче. Поверху закрыто. Ага. Теперь петь, видимо. Бля, не успели. Ну нам третий нужен. Давай. Успеем. Давай. Успели. Там следующий надо будет петь. Не, давай подождем всех или что? Вернись назад. Да хуй если нет! Ты не раздавил. Погнали. Пойте наверх. Страшно. А вдруг секрет? Настолько спидранить решили? Да. Давайте, пой, как последний раз. О, отлично. Нет, секрета вряд ли тут будет, но... Все сломать приятно. Ну да. Ничего не оставить позади. Поедно. Это что такое? Я налево, я в секретную его нахуй. Ебать, там сердце. Потом, мы направо. Подожди, оно же вот здесь, там надо электричество подвести. Что вы сделали? Вы меня бросили! Ну, бывает. Ну, да. Спасибо. Чё там фиш? Ой, это финиш. Не знаю, просто выпрыг. Просто выход. Мы на финише уже. Пойдем туда, посмотрим, что они делают. Лен должна запрыгнуть. Да. Угу. Я секрет. Ага, понял. Да, финальный.
Жесть, они залетели, даже не подождали нас. Заслухали его, смотри. Вам музыка страшная. 12? А? И опять не продать ссылку, точно будет. Ни фига нафармили, ебать! Ну это вот стоило чипки в 2000. Гармоничные голоса явно были лучше. Да, это правда. Было бы прикольно, если были бы отметки дерева. Какое было прошлое, какое стало новое. Оно красным стало. А дизайнером платить ты будешь? Way to go! More karma for me! Nothing can stop you anymore! Чё, там строчечку сложно прописать? Так, сразу next или чё? Не-не, в святилище. Ну. Новых купить. Все в книжке, ура! Я куплю птичку, которая. Не, была я пойду комнату открою, которая слева. Я птичку куплю. Давай, открой, давай, потом расскажешь. О, еще раз привет, я уже говорил тебе, не лезь звездам, пожалуйста, прекрати, спасибо. Это за выполнение трех квестов. А, ну поэтому у меня и был, да. Зажгите звезды всей системы, чтобы открыть статую Шерпы. Ну все, ой, надо бать, на всех персах получается пойти. Часы есть, моя стрелка указывает на ближайший фрукт. Пок. А напомните, как... Ой, она что-то... Какой голос? Ну возьму лампочку, окей. Я птичка. Буду секретки палить нам. Все становятся это волками, волками! Сюда. Призраки могут собирать фрукты, кстати, имба. Волки. Фрукты волки. Сердца кармы. Волки. Следующие бонусы так себе. Ауф. А там же волк, по-моему, когда поет, там все присоединяются. Да. Ну-ка, что-нибудь сейчас спойте. Ой, смотри, как валяется. А как ты это сделал? На эмоции. А ага. Пацаны. А что дает? А я не пою. Не знаю, музыка прикольная. Меня забыли, ребята, меня забыли, я мёртв. Я Я сердечко никуда отправил. Да блин, неудобно с геймпада. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. О, нифига, там есть андроид. Моя элитная. Там, мы не маленькие. Не пройти. А, ну слизь, кстати. А, окей. Нихуя. Ой. Там секретка, слева. А где? А, да, внутри. Сейчас умрет. Да, нет! Так зато после волка, вон какой остается кубик. Ну это правда. Наступите кто-нибудь. Идите на волке. Так мне, кстати, за него еще вроде дали этот, сердца. Идите. Не, сердца дают, если ты просто умираешь и по твоей могиле кто-то прыгает. Я думал, тут за любые, типа, такие действия помощи дают сердца. Да. Это не волки, это в принципе. А как там вон сердце? Там сердце, сверху? Да, сверху. Тут же выход. Как допрыгнуть блюбиком? Нет, выйди. Как сердце забрать? А сердце, да. Давайте у нас 35 из 35, по идее. Ну давайте посмотрим. Но сердце. А сердце это просто бонус, оно отдельно. Но вообще-то не идет. А, может быть здесь сетап нужен? Перс специально, чтобы вот эту штуку активировать? Где вы сейчас стояли там? Наверное. Вот это дальше. Ой. Липкие постовые карты. Ключевые предметы могут носить призрак. Он и прыжок.
Примерно с 50 секунд. Это много, кстати. Ну, на прыжок, я думаю, компенсирует это. Это лень. Интересно, что это. Надо право. Фруктики. Прикольно, я когда фрукты подсвечу, они будут постоянно светиться. Друзья, меня оставили. Блядь, тюлень. Чуть-чуть меня, не меня. Блядь, со стартов потери. Ла-ла-ла-ла. Я был занят, извините. Кинули. Тут фрукты будут. Вот тут, вот тут. Давай, дракон. Хорош, самоубийство. Вау. И левее еще два фрукта. На самом деле, чтобы спидранить можно было. Я вам подсвечу, где что. А как тут? Давайте. А, окей, пойте. А, кто-нибудь встаньте на платформу, чтобы поднять ее? Под дверь, встаньте, кто-нибудь там секретка. Под дверь, вот секретка. Идите под дверь, я держу. Не? Тогда где-то здесь справа должна быть секретка. Тут здесь справа подхода. Я посветил его фонарем. Ло-ло-ло-ло. Нихуя тут для слона пространство. Сломать стену. Погодите, это мой выход. Это его. Я знал это просто тысячу лет. Оставьте фруктики, кстати, потому что у меня так вот по квесту. Вот еще секретка, тишь под тобой. Да, я вижу. А вы не видите, как я подсвечу вам секретки, что ли? Ну, я вижу. Видим. А, окей. Мы просто игнорируем что-то. Да, как поебать. Поху плюс поебать, слышал такое? Так, еще 5 фруктов. А где? Они слева, там еще 3 фрукта слева. И нет, там фонарища. Зацепите меня здесь, иначе я сейчас умру. А, все, спасибо. А я не знаю, как фонарь забрать. О, как это забрать? Сердце сверху нет. Надо подуть, да? Да блять, тут же эти шипустики. Так, нам нужно втроем встать по лестницам по кругу. И все 5. Ну, вдвоем хотя бы тишь, давай. Я первый, ты второй, и я меняемся. Давай. Ла-ла-ла! Ну, не почувствовать минус 50 секунд. Так тебя стал. Еще танцевать могли 2 минуты. Если сердец, то это, конечно, дело. Супер, периодически. Неожиданные периодички песчаные бури надо. А что-то мы сердца перестали дарить друг другу. В смысле, да. Песчаные бури нет? Но чего? Ё-моё, какие голоса, Space Shuttle? Неожиданные. Тебе в жизни не хватает. Случайно. Space Shuttle, ё-моё. Вот, постойте, тут выражение благодарности, тут можно кому-то сердечко давать. Никакой благодарности, меня убили в первый раунд. Чё, кто это поёт, блядь? Я. Дракон. Ебать, все поют, у вас неожиданные голоса. Вы видите, да, все, что я подсветил? Да. Сверху. Ебать, там, да, смешно. Да. Ну, оно постоянно подсвечивается у вас теперь. А вон, смотрите, там сверху этот. О, тут лампочки надо врубать. Там сверху этот. Да. А как там достать-то вообще? Я, короче, когда фонарем хотя бы раз навожусь на пикап, он типа постоянно будет освещиваться, это очень удобно. Фок, вон там снизу пикапчик. Угу. А как лампочку? Ай, блядь. Походу надо быть огромным тюленем. Уровень задан наперед, нужно возвращаться будет. А как? Двигайте кто-нибудь платформу. То есть, не двигайте. Теперь двигайте. Дайте мне повырубать лампочки. Бля, спасите! Сейчас что-то было. Вырубай. Мне еще 3 нужно. Ой. Что маленькая, за микролампочки? О, а что это?
Я взяла лампочку, пока будет скрыта. О, я ее зарядила. А, их вкручивать надо, вкручивать да, и включать. Да. А вот тут как вот это скрыть? Включать и включать, это как? Там снизу еще лампочку запитать надо. И сверху. Сделано. Лампа мега полезна, да, это правда. Но пока что самый полезный, да, это вот мой шоу. Он придает боевого духа команде. Так, это нужно через стену провести, наверное. Или как? Готов! Только что мы открыли? О, мы куда-то летим. А вон наверх как раз. Сердце забрать, забрать сердце, срочно. Прикольный уровень. Тут лам... Типа, тут конец, вот уже портал есть. Нихуя себе. Че это, блядь? Это свой гэнг-бэнг. А че, мы все фрукты собрали или нет? ФЗ. Вроде бы. А, здесь уже были, да. Почему портал нет, не активировал? Потому что нас еще дожури не пройден. Ух, сори, Спейс был занят тем, что там бил буквально хвостом. 0 секунд оставалось. Все, собрали. Ла-ла-ла! Сакуга. Хорошая дуло получилось. Ла-ла-ла-ла. Больше времени 1 секунда. Фок. С барского плеча. Ну, гармоничные голоса, невидимые, конечно. Невидимые таймеры. Но пора бы уже гармоничные голоса взять. А как же комплименты, нет? Никаких комплиментов. Теперь поем, теперь поем. Так. Здесь проход. Ага, меня подцепите. Я сейчас с ума сойду. Опять бы свидели, верно. Там сверху проход. Там сверху лампочка. О, проход. Свети, свети. Свечу. А тут что, тут что? Здесь снизу что-то лампочка тоже есть. Вот здесь можно войти. Ага. Идем. Вот этот уровень именно для лампы. Реально. Наверное, я его поэтому и народила. Фяшек, фяшек, фяшек. Меня, меня! Тут еще сверху можно запрыгнуть. Слева надо, да, еще. Вот тут можно пройти. А тут можно тоже. Дайте мне, пожалуйста. А, сюда же. Ебать тут проход. Сейчас, сейчас. Не теряйтесь. А, блядь. Дайте мне цепь кто-нибудь. Yes. Она просто убирается, если я одна бегу. Мне, мне. Спасибо. Дракон! Ах! А там сверху что-то есть? Там вон какой-то квадрат. Забрали вроде. Наверное, забрали, да. Реально. А что, пиздец, уровень какой ужасный. Я не enjoy, чтобы вы понимали. Ну прикольно. Давай, блин. Свети. Свети, давай, работай в натуре. Свети в натуре. Я двигаться не могу, когда свечу. Ну, блядь, поебать нам. Понятно. Просто используют меня. Ой, ебать. Все, все, зачилился, зачилился, малюк. Нормально. Зачем? Помогите, помогите, помогите. Мне нужно выбрать лампочку. Ко мне, ко мне. Подойди. Нормально. Ой, блядь, я выпала. Помогите, помогите. Блядь, друзья. Пойдемте кто-нибудь со мной. А, дракон, надо куда-то лампочку ставить. Давай, давай, да вот, вот сюда. А, тут надо сюда принести. А, на твою, похуй. А, вон внизу, пошли. Понятно, давай, что дракон, дракон, лампочки, место куда принести лампочку, надо выглядеть одинаково, это полный отстой. Вот да, сюда это, надо. Кстати. Ну не одинаково, но сейчас, это, ну так, да, что, но это все, все равно так все. Так, дайте заряд. Так. Чуть не убегу. Не надо.
Ой, помогите, 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 пожалуйста, помогите, пожалуйста, помогите. Спасибо. Все вроде? Да. Да, пойдем. Тут, наверное, какую-то мелодию можно наиграть, по идее, даже ноты все. Да, давайте. Мы не очень хороший музыкант. По-моему, вот такой. Короче, если меньше тысячи, я все уже. Это что вообще такое? Это что за... Не доиграли. Нормально, ты за пение накинешь 600. Вот это хорошо было. Вот это было хорошо. Там, блядь, под конец даже какой-то вибрато я услышал. Семьдесят фруктов надо. Жестко поем, как последний раз. Я направо. А со мной направо кто-нибудь? Ничего нету. Ла. О, дайте мне квест сделать тогда. На что? Фруктов. На 50 фруктов. Активировать музыкальные платформы. О, мне нужно музыкальные платформы активировать квесты. Мне надо сломать 20 блоков, и чтобы мне 50 сердец закинули. Все кидайте сердца в меня. Давай. О, спасибо. К сожалению, я был не в форме тюленя, поэтому остался без сердца. Блять! Выпустите! Let me out! Ага. Лол! Так, где ты там, Фиаш? Тута. На. Опа, спасибо. Как же тебе Джой сканет, пиздец. А мне для щипки надо. Геймер, геймер. Это 100 фруктов просто. Ебучий радар чисто, блядь, маячок. Ну я вообще-то больше ничего не делаю. Ебать там фруктов. Ой, оставьте, 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 оставьте. Охуеть. Что это за подгон такой? Подайте сердец, умоляю. Ловлю. Нет! Я поймал, все нормально, я поймал. Так, стой, Фиаш. Не знаю, кто там из вас. Поймал, поймал, нормально. Хочу персонажа, который факелат сжигает. Ставьте сердца, эти фрукты. Слева еще секретка. О, там секретка. Вон секретка, да. Сейчас, Спейс, беги. Иду, иду, иду. Мне 7 штук... А, ну, по идее, да, на следующем ранне. Найс! Сердечек, чекните меня. А, у меня вроде... А, мне надо откатить еще. Мы все собрали. Угу. Довольно быстро. Бейс! Простенький левел. Оно, не-не, оно не копится, типа, почему-то. Мне не шло дальше КД. Ой. О, билки. Вылез. Брюкс вылез, Брюкс залез. А, блять, кто-то у нас пел, чтобы фрукты притягивать, или мы хуй забили? Хуй ну забили, так, мы чуть-чуть. Так собрали. Это сюда. Берем? Юл. Не, это квест. Ну. Эх. Ну тут сейчас соло вообще нельзя будет ходить, я так понимаю, что область меньше будет. Это правда. Принимается сердца. Очень маленькая, очень маленькая. А что мы взяли? Орел. А, фрукты становятся сердцами. Я лезу. А, ну это имбакс. Давай, прыгай, Спейс. Блять. А вот сюда кто-то полезьте. Оставьте фрукты там. Ладно. Прости. Прыгай, там справа еще один будет. Вон, да, иди направо. А что ты стоишь-то, блин? Кто, я? Я Стаса держал. Ему же для квеста надо. Сколько мне там осталось? 4 штуки. 21 сердце осталось.
Так, и все, последний получается. О, все, спасибо. А кому там надо было петь, активировать мне. Дракону? Мы не собрали сверху фрукты. Там ничего нету. Поднимаем. А, ничего нету? Нет? Ничего нету. Окей. Ты же светишь, точно. Да, ловлю. Там сердце большое. Спасибо. Секретка. Дракон сейчас умрет. Чем там, обалдеть? Дракон допелся. Даш. Сюда. Ловлю. Запрыгни. Жесть, спасибо. Прыгаем. Налево. За снайпил. Здесь проход. А кто-нибудь со мной? Сейчас. Я не пойду, спасибо. Я буду стоять на месте и светить. Это мой геймплей. Вот это геймчейнджер. Бля, я не вселение сердца получил. Да, я буду петь. Поднимайте вот это. Проходите. Семь сердец осталось. 17 фруктов. Так, сейчас заряжу. 5. Ловлю. Блин, спасибо. Там секретка сверху. Да, сверху. Я пойду к ним со мной, давайте. Пошел. А со мной! Ла-ла-ла. Тут тоже секретка, вон. Угу. Да. Еще сердце закину? Не закину, когда. А, у меня все. Можете не кидать. А, окей. Но кидать все равно надо. Ну да. Мне надо теперь 20 блоков сломать как-то. Расчленила. А вон оставшиеся фрукты. Давайте я пробиваю. Блять! Допелся. Переусердствовали. Жесть, у меня там на фоне танцуют челы. Фанаты. Убили, чтобы не пел, реально заткнули. Блин, 50 сердец, ребят. 50 сердец звучит, да, неплохо. У меня есть супер прыжок. Над гробя пружинит. Реально, блядь, 50 сердец хочу. Мы жестко фармим метапрогрессию. Блядь, да. Надо. Надо открывать новых чубзиков. Сердца за фрукты каждому давали. Вот хз, тот, кто поднимал или всем давали? Хрену знаю. Всем давали. О. Все, я сделал все квесты. Как собрать? За бот шестеренок. Ой, я могу. Тюлень. Я могу, я сделаю. А зачем так активировать? А как вам те штуки собрать? А, ну. Друзья, тут нужен тюлень, а меня за что оставили? Иду. Ла-ла-ла-ла. Найдите мне еще 11 таких платформочек. Зачем активировать все? Хз, прикольно. Кнопки нажимать. А вдруг секретка? Ребята, остановитесь. Музыкальная пауза. А что это за секретная кнопка? Да. Смотрите. Значит, поднимают или опускают, я не понимаю. А что надо делать? Опа. Там шкатулечек упал. Шкатулечек. Я не знаю, что. Тут кто-то разбивает. А, вон, кнопка, нажмите. Здесь, так, да, кнопка держите. Ага. А что дальше, да? Надо какой-то персонаж, который может как-то разбивать. А, ну я, может, могу сломать. Нажмите вы кнопку. Что там? Реально, ничего себе. Я тюлень. Как хорошо быть тюленем. Ебать. Танцы. Так, одна влево, другая вправо, одна вверх, другая вниз. Три кнопки. Я ключ забрал, дверь открыл. Блин, вон еще ключ. Вон еще ключик вверх, слева. Вверх. А? Молодец. Ни хера непонятно. А как теперь? Сиди вверх, я сейчас сиди вверх. Там тюлень надо. А, ну там я должен. Там я должен. Поднимайте. А как? Еще вот на кнопку. Вот эта кнопка, на которой никто не стоит. Ага. И ты кисами встань, ты вроде вниз стоишь.
Окей. Увы. Круто. Кайф. Лютый кайф. Хранилище с кружем Макдака. А как? Наверху. Алло? Еще наверху, да. Наверху еще. Забирайте. Ура! Приятного аппетита. Вкуснятина. Ломает угарно. Ло-ло-ло-ло. Ой, еще. А как нам? Поднять? Бля, еще одну надо будет. А, может быть, уровень типа... кэша. Ло-ло-ло-ло. Схватал тебя. Спейс. Ща-ща-ща. Тут еще? Ла-ла-ла-ла. Схавал. Секретка. Еще секретка. Вот где тут справа. Тут сломать надо, сломать надо. Откройся, откройся, там кнопку нажмите. О, отлично, отлично. Топ 10 satisfying moments. Еще ус. Дру оставил. Бля, ну я поднимаюсь. Там вон смотри еще сверху. Поднимите меня. Let me out. Ой, так это сложное опять управление, нет. Подождите, тут сложное управление. Ну, кого-нибудь со мной, кого-нибудь со мной. Так, это налево. Надо это вниз, вверх. Надо вниз. Это вниз. Во-во-во. Пойдем, Кисуме. Пойдем. Поехали, везите нас. Наверх. Да пока уже все. Хотя можно и наверх ебать там. Это все, это максимум? Встаньте, встань, дракон. Там вниз, это вниз штука. Это не может быть максимум. Нет. Вот это. Да-да-да, я его, направо, я стою сейчас. Во-во-во, направо, направо, направо. Теперь направо. Я пролечу. Во. Лево руля. А теперь Фирш умрет. 30 секунд осталось. Быстрее, 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 быстрее. Налево, 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 налево. Или меня, мне кому-то нужно. Быстрее. Так, сейчас наверх. И вот эти два, и вот эти два. Два кусочка. Слушайте, а мы как залететь-то? Вниз! Блять. Кто-то портал, кто-то портал. Я забрал. Нет, портал. Я успел. Найс. А засчитал? Не, походу да, не засчитал. Да, а видите? Хорошо, нет, засчитал. Вот песчаная буря началась. Да, мы успели, мы успели. А, окей. Мне дали ачивку. Мне тоже дали ачивку. Че за ачивка? Доберитесь до портала во время песчаной бури. Да, да. А мне не дали. Но мы не зашли. Потому что вы не добрались. Вас засосало. Придется потом отдельно фармить. Да, втроем пойдем, блин. Комплименты святилища напарников. Ну теперь ты точно комплименты должны выбрать. Ну, ночное зрение. Ой. У Виви. Большинство всегда решает. Да, это на самом деле глупо, то, что большинство всегда решает. Да. Сделали бы процент. Сделали бы самый большой решает. Реально. Или самый громкий. Самый громкий. У кого самый красивый баритон? Тот и решает. Ой. Ой, это стоит могу. Что происходит? Что-то он скрывается. Ла-ла-ла. На. Я ж иду, иду. Там тоже глаз осторожен. Угу. Ла-ла-ла-ла. Ебать тут. Последняя лампочка.
Ла-ла-ла-ла. Прикинь, какой трэш тут в десятером. Подцепите меня. Кто-то упал, кто-то упал. Подцепил. Блин, ну надо будет какой попробовать. Какой трэш, если на девятерых играть, да? Большую пачку поиграть. Да, это, наверное, пиздец. Окей. А как эту открыть? Или она... А, вот. Ло-ло-ло-ло. Ла-ла-ла-ла. Нет. Сердечко. Я заберу, я заберу. Я забрал. Забрал. Молодец. Дракон. Нет. Дракон. Он нормально аннигилировался. Ресатнулся. Не, на ресат. Тут секрет. Спасибо, что пытался спасти, спасти, держи. А, тут не секрет. Спасибо. За... А откуда их питать? Может, сверху? Питать, а, нет, а, вот же, вот же, вот же. О, подцепил он. Продлевайте, продлевайте дальше цепочку. Направо, да, тащите ее. А! И последняя сейчас. Yep. Нет, еще там еще одна? Вроде... Еще одна, еще да, одна. Да, еще одна справа. Сейчас я ее подпитаю. Балдежный эффект. Ла-ла-ла-ла. Все. Секретки? Пипу-пипу. Не, нифига. Пипу-пипу-пипу-пипу-пипу-пипу. На этих уровнях, кстати, всегда даже фруктов нету. Да. Да. Наверное, потому что... Вот это я понимаю, ребята. Жесткий фарм. Это в связи с того, что мы 50 в карточке взяли. Да-да-да-да. Да, кстати. Да, 50 на одного, это 50 на всех ребят. Я не математик, но это много.